Всем привет, всем доброе утро, доброго дня, прекрасного настроения. С чего начинается наше утро? Мы пришли на море. Сегодня у нас поменялся сценарий, мы не были в бассейне, проснулись, позавтракали и сразу пошли на море. Почему? Да потому что мы сегодня последний день на море. Пришли попрощаться с морешком, поблагодарить его за такой солнечный, незабываемый отпуск. Просто потрясающие денечки отдыха он нам подарил. Мы счастливы, мы довольны. Сегодня по максимуму будем купаться в море и, может быть, уже к вечеру вернемся к себе в номер. Купаемся мы с Сашей по очереди, так как у нас здесь коляски, ну, одежда, вещи. И надо обязательно, чтобы кто-то был здесь и сторожил. Тут и денежка, как бы, у нас, и все на свете в сумках. Поэтому будем купаться по очереди. Сейчас Саша пошел с Димочкой. Они купаются, я буду их ждать здесь, валяться на шезлонге. Так не хочется уезжать, если честно, аж какая-то грустинка сегодня. Но ничего, наш отпуск, конечно, не заканчивается на море. У нас еще идет продолжение отпуска. Впереди еще два больших события, о которых вы узнаете чуть позже. Они тоже потрясающие, они тоже долгожданные, классные. Так что нас еще впереди ждет супер-супер отдых. Ну, а пока мы здесь, пока наслаждаемся последний денечек морем. Сынок, что ты тут балдеешь? А? Балдеешь, сынок? Ты снимаешь, что ли? Ага. Ой, как папа снимает, смотри. Вот тут скоробус. Скажи, я на море! Я на море! Танцуем, вот так. Вот так. Чего, сынок? Какой громкий мальчик. Какой громкий мальчик. Какой громкий мальчик. Папе. Скажи, папа, привет! Привет! Папуля! Че, бутусик? Угу, бутусик. Папуля, привет! Ну что, мужики, вы накупались? Накупались. Дим, ты накупался? Нормально. А, что-то не хочу. Счастливый. Димочка у нас проголодался.
папа его кормит. Настя там купается в море с Ромой. Вот, мы сейчас это покормим Диму. Тут, кстати, лежаки, я вам не сказала, лежаки вот эти все платные. Вот видите, у нас вот такие вот бирочки. Один лежак стоит 400 рублей. Но я вам больше скажу, нельзя один лежак заказать на семью. То есть вот нас, допустим, 3 человека, и мы не можем один только лежак оплатить. На одном лежаке разрешено быть только одному взрослому. То есть мне даже присесть на него нельзя, если на нем сейчас сидит Саша. Вот, если я тоже хочу присесть на лежак, мне надо отдельно оплачивать. Ну, в общем, тут все очень строго. Вон этот дяденька с веником, не знаю, видно вам, нет? Он всех блюдит, чтобы, не дай бог, 2 взрослых не заняли один лежак. И мы вот с Сашей это, мы один оплатили, мы с Сашей по очереди на нем лежим. Да, Саш? Ну, просто как-то жалко 800 рублей отдавать за этот лежак. Ну да, мы пришли до обеда, мы хотели до дневного сна, с самого утра побыть на море. Сейчас вот мы покупались, и сейчас мы пойдем уже обратно в отель, чтобы деток уложить на дневной сон. Они поспят, и уже наоборот, вторую половину дня мы будем в бассейне. А тут хотели, пока жары еще сильно не было, покупаться в море, попрощаться, понежиться с морюшком. Так, мы с Димочкой пришли в столовую покушать, и сейчас я буду его укладывать на дневной сон. Я взяла Диме супчик с фрикадельками, и тут салатик с капустой, макароны, печень и гуляш. Посмотрю, что он будет. Может, мяско такое, может, такое. В общем, это нам на двоих. И мне, и Димочке. Вон он уже капризничает, кушать хочет. Все, нам приятного аппетита. Ой, у нас детки после дневного сна, мы их опять привели в детскую комнату. Они тут отдыхают, играют. У меня сейчас все это время Саша сидел с Димой, а я бегала по торговым рядам, по рыночкам, искала себе платье, но так и не нашла, не знала. Завтра мы уезжаем. Хотела тут купить себе платье, но то моего размера нету, то длина мне не подходит. В общем, сложно мне все найти. Вон она, Димочка играется. Я вот думаю это. Конечно, еще в Волгограде пробегусь. Может, в Волгограде что-то найду, не знаю. Но тут прям вообще все разобрали, все. И я вот кому не подойду, там, ну, говорят, ну, уже это остатки. А остатки, сами понимаете, все такое, что никому не нужно, то и осталось. Ладно? Будем надеяться, в Волгограде найду себе платьишко, какое хочу. У нас просто тут скоро супер-пупер события, да, сынок? Супер-пупер события, маме нужно платье. Будем надеяться, что я найду. Дим, играйся, смотри, сколько тут игрушек. Чего ты меня обнимаешь? И не пугай. Где большие машинки, сынок? Они, ты мне поможешь? Точно придут. Где большие машинки? Ладно, расскажи страшную историю. Нет, я не боюсь. Маша тоже ты пальчику прищемил. Ну все, все, все. Все, не плачь. Ничего страшного. Хорошо. Давай, Лёва. Рассказывай. Не расскажу. Мы остановились поужинать в кафе. У нас потрясающее кафе. Мы на втором этаже с видом на море. Просто супер. И здесь есть, ну, маленькая такая игровая зона для деток. Это тоже классно. Сейчас вам покажу. Вот тут наши детки играются. Вон Рома, Дима. Вот. И тут посмотрите, вот наш столик, но нам заказ еще не принесли. И вот оно море. Класс, просто супер. Смотрите, с видом на море. Будем ужинать, смотреть на морюшко, прощаться с ним. Мысленно и морально. Классно мы здесь провели время. Конечно, я очень мало для вас что снимала, как мы отдыхали. Но
хоть чуть-чуть, но снимала. Так, Насте принесли заказ, у нее роллы, мохито. Саше пиво, а покушать ему еще не принесли. У меня фетучини с курицей и грибами и бокал вина. Нам классного вечера. И вон он, наш сынок. Принесли Сашин заказ. У него жареный сулугуни с баклажанами. Вкусняшка. Саша, приятного аппетита. Спасибо. Давай, продегустируй, скажи нам, как это вкусно. Я это фетучини почти доела. Очень вкусно. Горячо? Mm-hmm. Прикольно, это что-то новенькое. Ну да, это там были и креветки в темпуре, и мидии, то и соус. Саша говорит, я хочу что-нибудь новенькое. Говорит, это я все ел. Говорит, давай это, жареный сулугуни себе заказал. Жирненько. Жирненько? Ну ничего, сейчас тебе коктейльчик принесут. Саша еще себе мохито заказал. Сейчас ему принесут, будет нормально. Все, Саша доел этот сулугуни. Я у него тоже попробовала, как это вкусно. Я прям даже немножко где-то пожалела, что я заказала себе пасту. Но у меня паста тоже, ну не паста, а фетучини. У меня тоже очень вкусная была, но у него сулугуни это вообще прям... Это прям взрыв вкусовых ощущений. Саша принесли мохито. Он пьет мохито. Саша, ты так поправился за время отпуска. Я тоже поправилась. Я набрала, но я не так много набрала. Саша прям вообще, посмотрите, как округлился. Но он у меня круглосуточно ест шашлык. Если мы еще кушаем... Если мы еще с Димочкой ходим, кушаем в столовую, ну там супчики, ну что-то такое, то Саша бесконечно ходит в кафе и кушает мангал, ну там люля, шашлыки, все такое, гриль. И в общем округлился вообще нереально. Ну ничего, не, я рада, что у меня муж поправился. Ему, если честно, ему даже хорошо, когда он в весе. Это мне нехорошо, когда я в весе. Но я не переживаю, я, знаете, я не понимаю людей, которые в отпуске блюдят за своей фигурой. Я считаю, что в отпуске нужно наслаждаться вкусной едой, нужно наслаждаться отдыхом, нужно наслаждаться всем вот этим вот самым-самым классом. А диеты их можно, знаете, и дома устроить. Когда ты дома, ну, ешь обычную еду, я не знаю, варишь суп, гречку, можно и просто на диете посидеть, салатики пожевать. А в отпуске нет. В отпуске хочется всяких-всяких вкусняшек. Поэтому я не жалею тоже, что я набрала вес. Мне очень часто стали писать в комментариях: Люба, ты так округлилась. Да, округлилась. Но я счастлива, я округлилась. Но зато я ела самые-самые разные вкусняшки. И это супер. Так, Настя принесли тоже еще один ее заказ. Тоже заказала себе фетучини с курочкой и грибами. Попробовала у меня и сказала: Люба, это божественно вкусно, я тоже такое хочу. И себе тоже заказала. Я думаю, что сейчас Ромочка тоже будет фетучини, потому что она у меня давала Роме попробовать. Рома вроде не отказывался, кушал. Так что будем надеяться, что сможем... Не-е-е-е! Ни в какую. Ну, Рома тут фрукты, как всегда, полная тарелка. Он любитель фруктов. Нам всем приятного аппетита. Скажи, как тебе морюшка? Как тебе отдых на море? Отлично. Отлично. Ты будешь по нему скучать, по морю? Больше, чем по работе. Больше, чем по работе. В общем, мы с вами прощаемся. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. В следующий раз уже увидимся, наверное, в Волгограде, потому что завтра мы уже уезжаем. Не знаю, будет у меня что-то получаться завтра снять, нет. Потому что дорога, это сами знаете, это Колгота, суета, это тяжело вести съемки. Но в любом случае, всем спасибо за просмотр. Саша, скажи всем пока. Пока-пока.